Вже вижу жопу Марани Батрі. Клас. Ще захватки тут. Смотри там. Блин, надо один XBET'ом сказать, чтобы они меня... Лучше пол козлов, вправо я не трогал козлов. Или может такой же так? Привезли. Сейчас, привезли, блядь. Он даже сидеть скинули. Нормально не может, понимаете? В этом... Не упади! Когда болеешь, лучше не понимаешь, хуже стать. Куда уж хуже, чувак, куда уж хуже. Правильно, спасибо большое. Блин. Стримерши такие нервные. А у тебя что вылезает, да? А что у меня вылезает, вы никогда Амина не Амина просто слишком много пиздела в жизни, у нее нос растет, блядь, с каждым разом. Блядь! Я тебе присутствую. Болела ветрянкой? Нет, я не болела никогда ветрянкой. Поэтому я очень боюсь и заболеть, потому что если я заболею, типа, в 21 год ветрянкой или в 22 года, то мне будет максимально плохо, я буду умирать. Можно автопродление на сапку вырубить, настройки, я не знаю как. Типа я никогда не подписывалась, по-моему, сама особо. 12. Типа я 12. Не знаю, как это происходит. Наверх пересек. Держи. Нихуя себе лупасит, сука, бля. Нихуя себе ебать. Сухя. А-а-а, у нас теперь вставляются типа клипы, где девки просто ржут над какими-то моментами. А-а-а, вот оно как делается. Так они что-то хотят от меня? Да, 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 выйди. Чего не хотят? Да выйди, блядь. Чего хотят? Выйди из машины, блядь. Да, Лиза, не надо. Лиза, пиздец. Да, всем похуй. Они предлагают сделать аборт. Что она сделает? А, блядь, ладно. Это что такое? Это что такое? Ну, давайте я максимально, не знаю, надену парик. Не знаю, надену вот эту маску. Вот эту маску надену. И просто попаду в нарезки. Ну, серьезно. Ну, просто вот так вот буду сидеть на стриме, и что? И меня же сразу засунут в нарезку? Потом налетят кремлеботы и поставят дизлайков. Кого? Это же Путин. Нельзя Путина пародировать. Это опасно для вашего здоровья. Be careful. Вообще, Хару, блядь, почему ты людям говоришь, как отключить автопродление подписки? Ты должен был бороться со словом и не примкнуть к нему. Ты должен наоборот их байтить. Ты что? А при наличии молодого человека, который зарабатывает еще. Да, потому что я... У тебя, кстати, слетело это подарочек. Поэтому у тебя, видимо, нет наличия молодого человека постоянного, как бы. Вообще-то он... Как может девушка, ну, блядь, в отношениях не готовить? В Москве хоть кто-то готовит? Сука, сука! Как можно? Да я, парень, жил один, я готовил! Сам! Я готовился, супы варил себе, блядь! Блюда делал разные, духовки... Окей, Хару, такой расслаб. Я готовил, жрать надо было! Спасибо большое, Скию, за 5 месяцев, ёб твою мать. Скоро уже полгода будет, зая моя. Ты моя зая. Андрей будет каждый раз заходить на мой стрим, врубать Follow Time и ждать, пока там будет 2 года. Он, блядь, каждый раз он бомбит с этого. Когда у тебя уже будет 2 года? А что мне с голосом вообще? Почему я разговариваю так сексуально? У вас, сука, нет парней. Болеть чё? Круто. Как вы, блядь, едите там? Да? Попробуй пожить нахуй, заказывать еду в Вольске, блядь! Ну, так, слышишь, блядь? Нормально приготовить. Ты меня сейчас получишь за собой, Танечка. Я говорю, нахуй, в Вольске попробуй приготовить. Нет, заткнись, Хару. Заткнись. Господи, заткнись.
Не смей так говорить, не смей так говорить. Как же она болеет. Тут рыбу, блядь, роллы с консервами, нахуй, которые, блядь, сайры ебаные, блядь, кладут, блядь, сайры, а рыба, говорит, блядь, свежая, нахуй. Роллы, блядь, хуеда. Пиццу заказываешь, нахуй! Нет, не так, подожди. Они сломали мне жизнь. Нет, я не могу так делать. Нет, это слишком отвратительно. Бабло бы в эту пиццу увидел, он бы умер, блядь, прям нахуй, прям на выпуске, прям умер, блядь. Там настолько жесткая, блядь, эта корочка, нахуй, что мне приходится молотком хуярить по этой хуйне, чтобы, блядь, отбить ее и немножко чуть-чуть поесть маненечко этой пиццы, блядь. Уёбки, да, нахуй. Да, голос меняется. Тяжело, блядь, а в Москве, да, это тяжело. Ёбы ночью можешь заказ себе, блядь. Температура хотя бы спала, я не знаю, я не мерила. Ну, я типа так, по ощущениям. Зажрались, температура суть. Есть, зажрались, нахуй. Работяги с провинции кормят, блядь, это Москву, блядь. Почему Мадрин кричит, я все пропустила. Че, мы сейчас трахаться едем? Я все пропустила. Да, конечно. Ты готова? Класс на кустарнику не похож. Охренеть, ты вспомнил ее фамилию, пипец. Мне 22 уже. Мне 15. Выходи из машины. Давай только везде. Сколько? Правильно, правильно, правильно. Плюс 8. До свидания, ебать, я не знаю. Один стрим пабга. Что там на кружке написано? Классная кружечка, мне такую же надо. А ну тогда давай. Всё. Вот. Я что хочу сделать-то? Ну как обычно. Сейчас такие хрипы меня пугают, капец. Боже. И ведь я перед Максом, нет, как перед вами. Как будто в хорроре какой-то дверь открывается, знаете, со скрипом таким. Я смеюсь, какой тяра какой-то. Вот я вчера так же кашляла. Когда какую-то дрянь, блядь, из своих этих миндалин выхаркивала. Парни, вам нормально? Нихуя себе. Гной, да. Ебать. Да, короче, я еще это... Знаете, я же, блядь, извращенка сраная. Мне мало того, что я, типа, просто отхаркиваю, я еще из миндалин все это сама, типа, вычищаю. Типа, я беру ватную палочку, я смачиваю его хлоркексидином и надавливаю себе вот так вот, типа, на эти, на миндалин, и из них выходит такая страшная дичь, ёб твою мать, там зеленая, рыжая, гной, блядь, говно, классно. Ужас. Зато прочищаю. Ой. Три, он же только сегодня четыре, играл. Три. Подожди. Что? 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 Почему он орёт? Что? Почему что? 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 Да мы ебаные мы, сука! Блять! Как это, блять, какого хуя? Ебаная, блять, мышь! Так. Мне кажется, я. Это нормально! Я привыкла. Местные перемены. Так. Пожалуйста, храните меня крепче. Да. Еще руку не слушайте, пожалуйста. А я это слышала в соседней комнате. А я сейчас думала, чего она орёт, ебаная мышь. Думаю, что случилось? Думаю, ладно, посмотрим в нарезках. Трахай. Это я рассказываю, было на включе. Все хорошо. Это я рассказываю очень грустно про курс рубля. Когда потолще и покрепче. Давай. Значит, дерево говорит о его стремлении. Ролик главный. Ой, фу, жесть. Проходил на 10 месяцев, если не больше. Максим опять не справлялся с детской игрушкой? Серьезно? Что, по классике прям? Первый этаж. Hello. А.
Сразу-то, блядь. Ага, ну, все нормально. Да не, я не тянул. Типа, ну бывает, что. А, ебать, все, охренеть, откуда столько вардов? Боёбом выгляжу, а... Откуда столько вардов? А, да, это двух команд, ёб твою мать. Квик отстанулся, блядь. Это же двух команд. Напади на него, блядь, гадик. Нет, что за хуйня, откуда столько вардов? Парля, я тут тпшнулся. Проскользнули, а, что? Все, я поняла. ЧСВ. Потом, короче, Юля, аватарки нет, но по-любому супер секси-бомба, блядь, сейчас проверим. Я понял. Ах, ебать. Проверяем, проверка пошла. Сколько? До свидания. Закрывай. Сколько? Закрываем. Ой. Блядь, зёпа. Да, это твич. Чё, блядь, варана спрячь, забанят. Ты дура, забанят, реально. Блядь, варан меня забанят. Тима хороший пёсик, бля, какой. Тима, как Маш на прошлом стриме орал, как лютый. Это нормально. На прошлом, это на сегодняшнем, блин, на каком?